Ребята, всем привет, с вами Габигал, мы находимся в игре Теардоун, это русская карта, русский город, Русиантаун 5. Короче, мы зашли на этот город, и сегодня Максим, наш маленький Максимка, решил купить себе машину, и он купил вот эту вот ласточку, он купил и решил покататься ей, обкатать, но дядя Семен где-то там что-то застрял и не дает ему выехать, но... Максим такой, опачки, все, поехали. И он видит дядю полицейского, которому жестко нужна помощь, прям суеверно нужна помощь. И он бежит помогать дяде суеверному и берет молоток и просто по голове вот этому надавал бандиту. И полицейский ему сказал большущее спасибо, конечно же, большущее спасибо. Ну и полицейский прилег вздремнуть, как говорится. Так, а Максим поехал дальше. Короче, Максим тут едет, воу-воу-воу, какие плохие дороги, вы видите, сколько ям вообще? Так, тут дрифтер Андрюха ездит, и Максим решил его объехать и сказать, смотри, как я дрифчу. Сейчас вот так вот берем. Так, мне не нравится, как Максим дрифтит. Так, тут бабулька сидит, алло, Вась, ты не Вася, ты бабушка Клава. Бабушка Клава попросила нас, короче, отвезти ее. Куда-то отвезти, я не знаю, куда мы ее отвезем. Окей, уже в дурдом. Так, ладно, бабулька сами едет, все. Блин, бабулька упала, окей. Давай, короче, знаешь, как бабульки сделаем? Давай бабульку возьмем, вот так вот. Бабушка, иди сюда. У тебя довольно горбатенькая спинка, но ничего страшного. Ты хорошая бабушка, наверное. Так, окей, мы взяли ее, привязали. И поехали. Так, бабка едет с нами. Ого, тут вообще плохая дорога. Бабка взорвалась. Капец. Капец, взорвалась бабка. Что нам делать, ребят? Ну, я сюда выкину голову вот так вот. Чтобы никаких преступлений не осталось от этой бабки. Окей. Все просто забыли. У нас военный хаммер. Веревочка. Что с веревочкой сделать? Как ее оторвать от машины? Блин, напишите, пожалуйста, в комментариях, как нужно оторвать вот эту веревочку. Найдите какой-нибудь способ, чтобы безболезненно для машины оторвать эту веревку. Блин. Короче, Максим начал разворачиваться и случайно врезался в хаммер. Военные, которые тут стояли, они здесь стояли, я сейчас вам докажу этого. Вот так вот, вот они тут стояли, короче, военные, раз, два, три военных тут стояло. И Максим такой, блин, извините, пожалуйста, что я разбил вашу машину. И они такие, ну хорошо, можешь даже покататься на нашей машине, как ты видишь, нашей машине пофиг, потому что она бронированная, а твоей вот фигово. Так что для удовлетворения покатайся на нашей машине. Он взял их хаммер, короче, и такой... Бам! Такой, это теперь мой хаммер. Но он не знал, что один, вон, видели? Один военный выжил. И он уехал на этом хаммере, снес остановку. Бам, капец. А хаммер-то реально прочный, он очень прочный. И он решил поехать сюда такой. И случайно не уходил в поворот и врезался в елку, во все, что только возможно. Снес дерево, снес магазинчик. Все. Он, короче, остановился, и этот военный пришел с ним разбираться. Ну, и Максим, увидев дедушкину машину, дедушки своего, дедушка их тут живет. Вот он, кстати, сидит. Вот он, дедушка сидит. Он такой сидит, никого не трогает, вроде бы, дедушка. И Максим такой, оп, лови, хопа. И такой резко в машину, и поехал. Военный в шоке, военному оторвало челюсть, он прицепил это до рта. Какая жесть, пошли посмотрим, что с военным. Я не думал, что так получится на самом-то деле. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это, конечно, его подтягала жизнь. Так, окей. Теперь Максим устроился в полицию и решил поехать разбираться с преступниками. Так, вот мы подъезжаем до участковых, до ребят. Вот так вот подъезжаем. Говорю, не надо с ними разбираться, с ними надо разбираться вот так вот. Вот так вот с ними надо разбираться. Чего ты мямлишь? Вот ДТП у них тут случилось. Чего ты на голове фристайлишь, я не понимаю. Ты что, не понимаешь, что нужно тут делать? Так, ладно. Мы поехали на следующее происшествие. И тут группа поликлинику. Какие-то бандиты начали говорить, что они всех застрелят, и начали проходить без очереди. Полицейский с пистолетом стоит такой на них. Я такой... Беру просто, и их, знаете как, надо какую-нибудь грузовую машину, в которую можно, нет,
Я их беру, короче, такой, идем со мной, быстренько проходим, проходим со мной, становимся сзади машины и стоим, ждем. Короче, вот, я их взял вот так вот, всех назад машины, там бабушка упала случайненько, все, вот так вот назад машины, всех преступников сюда, всех преступников сюда, это зэки, они сбежали, походу, с тюряги, так, все, вот так вот, все четыре стоят там, так, здесь нету случайно зэков, ага, сюда быстренько, без очереди прошел, кто, кто без очереди прошел, Вась, че я должен разбираться с тобой, блин, фиг вытянешь, а ну давай, окей, оу, бабулька взорвалась. Так, окей, все, протянули зэка. Так, давай, 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 проходи. Проходи. Так, сейчас мы еще посмотрим, там нету зэков. Давайте, 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 давайте. Дедушка, уйдите, пожалуйста. Че, больше нету? Дайте я пройду, быстро. Двери ли открываются? Нет. Опачки, приветики, приветики. А я тут, короче, шел просто по улице такой. Ой, ну ладно, он был агрессивный, и мы его отфигачили и побили. Все, можете заходить. Вот вы вообще девушка плохая. Швабра. Так, почему швабра? Потому что она была очень непристойно одета. Так, так, вот все, все здесь, все хорошо, мы всех собрали. Так, и теперь берем, короче, вот это, кабели, и всех их цепляем благополучно до УАЗика и едем домой. Так, все, я готов. Поехали, все, в участок едем. Просто. Так, стойте, назад уже сдать. Извините, я кому-то проехался, наверное. Так, у нас три осталось всего лишь в живых. Так, окей, все, едем. Сушидзе. Блин, пацаны, я не знаю, как вы держитесь. Один держится, понял? У него немножечко проблемчики с ногой. Оп, робот-полицейский, я решил, это мой друг, его зовут Витя. Так, Витек, ты можешь, пожалуйста, так не ходить, бам? Я снес Витьку голову, и говорю, блин, он до сих пор живой, ты че, Вась? Все, давай отдыхай. Так, теперь наш Максимка решил стать королевщиком и починить вот этот мост. Просто починить этот мост, блин. А можно, пожалуйста, назад? Назад, а теперь вперед. Все, спасибо. Капец, что с краном? Тупо минус мост. И сейчас он решил сделать теракт, если вы меня поняли, о чем я. Он решил взять С4 и подорвать мост. Вот нормально, нормально, Максим. Где он взял С4, не знаю, но будет очень интересно. Бам! Просто минус мост. Минус мост. Максим взорвал мост. И теперь полицейскому как-то нужно преодолеть это все. Получается, он вызвал пацанов, чтобы они вот это все убрали. И смотри, сейчас полицейскому нужно будет переехать через это все. Окей. Окей. Thank you, bald. Так. Блин, бандит до сих пор с ним держится. Я в шоке. Так. Так, полицейский вроде бы переехал. И теперь нам нужно набрать разгончик, чтобы вот это все преодолеть. Поехали. Опа. Вот это красиво было. Вот это красиво было. Блин. Все, УАЗик топовая машина, я ее буду брать теперь всегда, когда заходить на эту карту буду. Так, пятерочка. И мы решили зайти в пятерочку, что-нибудь похавать. Нет, мы не решили зайти в пятерочку. Кстати, КамАЗы, которые, получается, убирают снег. Так, окей, мы едем, смотрим. У нас какие-то человеки-пауки, лапы, которые цепляются за пол. Так, тут еще одно происшествие, тут еще одно происшествие. Окей, окей, здравствуйте. Здравствуйте. Так, аккуратненько. Аккуратно. Падает! Аккуратно! Аккуратно! Падает! Падает, падает! Все, 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 стоп, 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 стоп. Вы можете ли избивать? Нельзя избивать людей. Я понимаю, что он плохое что-то натворил, но вот этот полицейский именно вот плохой, ты понял? Он именно плохой. Вот этот полицейский именно плохой. Давай ему отстрелим башкет. В смысле? В смысле ему нельзя отстрелить башкет? Так, преступник, вот этого надо было, блин, дисквалифицировать. Окей, мы его берем вот так вот. Вот этой штукой и просто выкидываем его. Капец, он круто, как юла полетел. Так, окей. Полицейского мы никак не можем уничтожить, поэтому мы его расстреляем с АК-47. Бам! Нифига себе красиво. Но мы ему ничем не навредили. Так, окей. Окей. Раз, два, три. Бам! Полицейский до сих пор живой. И, кстати, он отцепился. А знаете, как мы его сейчас уберем? Вот так вот. Все, полицейский полетел. Так, и теперь случайно, вот, ну случайно, так, не знаю, просто случайно, в этот дом ударила ядерная ракета.
Капец. Ну вот это реально красиво выглядит. Это реально красиво. Там мужик стоял. Там стоял бандит. Он не заслуживает такой смерти. Нет. Он здесь стоял. Все. У меня вылетело. Тердал. Спасибо за просмотр, ребята. До скорых встреч. Всем пока.